Зимняя иллюминация в Павлодаре начнет появляться в конце ноября. Сегодня в отделе ЖКХ рассказали, чем будут украшать город и в какую сумму обойдется бюджету гирлянды. Подробности узнала Азиза Исабай. 38 миллионов тенге было выделено из городского бюджета на зимнее оформление города. Конкурсные процедуры еще продолжаются, сообщили в отделе ЖКХ. В общую сумму входит и содержание постоянных иллюминационных элементов. Это перетяги, которые у нас находятся по улице Атпаева, Турайгырова. Иллюминационные элементы, которые на трамвайных опорах по проспекту Назарбаева. Плюс еще мы в этом году установили дюралайды в виде дюралайдов по улице Атпаева, Турайгырова на опорах освещения. Содержание постоянной иллюминации обойдется в 13 миллионов тенге. Кроме этого, к концу ноября на улицах города приступят к новогоднему оформлению. Установят 479 элементов. На их монтаж и содержание из общей суммы предусмотрено 10 миллионов тенге. Это разные виды зверей. Установка на вдоль проезжей части, маленькие елки. Еще плюс у нас есть 8 больших елок, 7-метровые металлические елки, которые будем устанавливать по городу, на основании, по согласованию с отделом архитектуры. 15 миллионов на елки и горки. Это по традиции монтаж и оформление 30-метровой зеленой красавицы на центральной набережной. Две поменьше высотой 22 метра установят по согласованию с городскими архитекторами. Они же определят места для аттракционов. Азиза Исабай, Валерий Павлов, телекомпания.